Накануне женского праздника 8 марта в отделении социального обслуживания семьи и детей комплексного центра социального обслуживания населения поздравили женщин с праздником. Они были приглашены из разных сел Хасавюртовского района. Сегодня, накануне самого светлого праздника весны, говорили только о маме, о самом дорогом человеке на свете. Уважаемые гости, мы приветствуем вас на нашем мероприятии, посвященном Международному женскому дню. С весенним днем 8 марта, днем нежность, ласка и тепло. Мы вас всем сердцем поздравляем, желаем радостных хлопот, принять подарки, поздравления, вдыхать цветочный аромат и окруженным быть вниманием не только в праздник и всегда. Желаем быть звездой и музой, на подвиги всех вдохновлять. И будто бы звезда на небе светить и сказочно сиять. Слово для поздравления предоставляется директору комплексного центра социального обслуживания населения Корсакову Мураду Абдулманаповичу. Дорогие женщины, от всей души хочется поздравить вас с наступающим Международным женским днем 8 марта. Мы сейчас только звонили с министерства от имени министра труда и социального развития Расула Шапиевича. Тоже хочется поздравить от имени главы нашего района Джамбулата Шапиевича. И ваш знаменательный день от всей души хочется пожелать, чтобы вот эти детишки, которые у вас на глазах растут всю вашу оставшуюся жизнь, вас радовали. Мира, добра, благополучия всем вам. Милые женщины, в этот прекрасный день я хочу вас поздравить с вашим годом, женщиной. Желаю вам всего хорошего, счастья, благополучия. Можно сказать, чтобы у вас всегда в доме было ладно, складно. Женщин с праздником также поздравили воспитанники детского садика «Восточный», которые читали стихи о маме. Надо праздники вперед, принять вам участие и в начале, и в конце пожелать вам счастья. Детский сад бежит как Оли, сегодня праздник у мамули, у сестренок, у бабули. Чем же женщин удивить, как поздравить, что дарить? Нашим мамам посвящается программа. И бабулька ухлопотульям, и сестренка ухлохотульям. Сегодня нам доверили концерт и сид для вас. Крутился перед сделком, у меня утром целый час. Прическу я поглаживал то феной, то расческой. А вы бы делал точно, я бы женщина непросто. Здесь я бабушка родная, полюбуйся на меня. Любишь ты меня, я знаю. Драгоценная моя. Мама, солнце ярко светит, а души желаю я. Пусть счастливой на свете, мама милая моя. Вот и я твоя дочурка, посмотри-ка, подросла. А еще совсем недавно маленькой крошкой была. Мы для вас родных любим, дружно петь и поем. Пожелаем мне счастливых, поздравляем женским днем. Мы, мам, дорогих, в этот день не забыли подарки чудесные, маму вручили. Спасибо вам, милые, вновь и вновь за вашу заботу, за вашу любовь. Говорят, что ангелы пропали и на свете больше не живут, а у них лишь крылышки отпали, и теперь их мамами зовут. Вас хочет поздравить заведующая отделение социального обслуживания семьи и детей из Булаева Сидрат Камиловна. Здоровья, счастья, большой любви всем женщинам сегодня мы желаем. А если в марте пели соловьи или цвела сирень, как в теплом море? Про этот праздник есть много стихов, но поздравить с ним право не устанем. Милые женщины, мы вам желаем, будьте счастливы в апреле, мае, нынче и завтра, и тысячи лет. Ведь только на женщинах держится свет. Я бы хотела поблагодарить еще наших детей и нашу воспитательницу восточного садика Акау Нурсият Камау за оказанное содействие в проведении нашего мероприятия. Спасибо вам.
Пусть будет этот день весны для вас особенно чудесным и полным ясной глубины и пряных запахов древесных. Пусть алый цвет и бирюза рождают все песни. Пусть будут яркими глаза и будут радостными вести. Слово для поздравления предоставляет заведующему отделения Управления социальной защиты населения Бетилову Зайналу. Дорогие мужчины, значит, солнечный праздник весенний. Очень хочется вам пожелать всего самого наилучшего. Дней счастливых, удачи. И чтобы вы видели все больше, большое счастье от своих детей, от родных всех. Желаю вам, чтобы у вас было и здоровье. От всего сердца хочу еще раз поздравить. Поздравляю вас, дорогие женщины, с этим знаменательным днем. Что в женский день мы можем пожелать? Конечно, красоты и обаяния. Чтобы собою весь мир вдохновлять. Чтобы исполнились все важные желания. Конечно, красоты и обаяния. Чтобы собою весь мир вдохновлять. Чтобы исполнились все важные желания. Пусть весна обнимет вас теплом, чтобы снег ручьями разбежался. Мы поздравляем с этим женским днем и пожелаем, чтобы праздник состоялся. Милые женщины, в этот солнечный праздничный день мы от всей души и от всего сердца поздравляем вас с прекрасным праздником 8 марта. Поздравления продолжились за чайным столом, где всем присутствующим были вручены цветы и денежные вознаграждения. С праздником вас, милые женщины! Окном тускнеют краски, городская ночь все тише. Перед сном целую глазки, счастье данное мне свыше. С полуслова, с полувзгляда все поймет моя родная. Просто будь со мною рядом, милая и неземная. Посланница небес она, ее я часто видел в снах, не лишь ее.